случай на вас когда-то встретит, вас искру нежности заметит, я ей поверить не посмел. Евгений Онегин не посмел, а Николай Дедушкин посмел и не прогадал. Свою Татьяну, то есть Людмилу, он встретил на одном из районных творческих конкурсов и больше от себя никуда не отпустил. Мы живем в одном селе, а вообще мы в 2012 году съездили на театральный конкурс «Таланты и поклонники», читали Онегина и Татьяну. Заняли первое место, как оказалось, тогда это была первая награда, нашу семейную копилку. Людмила – массовик-затейник всего села Балашова. Ни один конкурс или мероприятие не обходится без ее участия. В семье она тоже женщина-праздник. Николай работает охранником в школе, но, несмотря на твердый характер и силу, словно Черномор плавится под чарами хрупкой Людмилы. Добрая, честная, любящая, по дому все как бы это. Молодец она. У меня муж вообще не любит такие конкурсы, и он каждый раз мне говорит: это последний конкурс, это последний конкурс. А потом еще и еще, победа за победой. Только за последний год Людмила и Николай получили более 10 наград различного уровня. А летом заняли 3-е место на региональном конкурсе «Семья года 2020». Позитив пара ищет во всем, даже в ограничительных мерах из-за пандемии. Вообще в этом году же праздники все как-то больше онлайн, а так получается, как праздник, я все время на работе, ну и дети мне всегда помогают, муж помогает, мы поэтому как-то празднуем так между делом, больше на сцене, а в этом году получается у нас больше времени на семью, на дом, как-то больше праздники дома отмечаем, вот допустим день матери был, мы подарок себе сделали, сходили в спа-салон. Завершили свой 2020-й дедушкины победой в городском конкурсе «Молодежная элита» в номинации «Семья года». Теперь готовятся к новогодним праздникам и копят творческие силы на предстоящий год. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».